Участок теплотрассы на улице Мяги – один из 7 в городе, где сейчас идут активные работы по замене труб. Работники ресурсоснабжающей организации раскапывают тепловые камеры и производят их демонтаж. Здесь пролегает теплопровод диаметром 600 мм. Всего на Мяге предстоит заменить 320 метров трубы. Подрядчики обещают закончить к 27 июля. План предстоящих работ на этом участке, а также на других объектах, обсудили на заседании штаба по подготовке Самары к отопительному сезону под руководством первого замглавы города Владимира Василенко. Он напомнил подрядчикам, что все работы должны начинаться с монтажа временных схем подключений. Эта мера является необходимостью для бесперебойной подачи горячей воды в дома самарцев. Везде, где мы работаем и где попадает объект, теплотрасса под ремонт, где связано с ограничением горячей воды, мы в первую очередь делаем времянку и только после этого начинаем ремонтировать, там, вырезать трубу. Вот этот вопрос требования, оно неукоснительно будет выполняться. Всего в городе этим летом должны заменить 52 участка теплотрасс по утвержденному плану. Еще несколько объектов приведут в порядок дополнительно. Их список будет определен к концу мая. Все работы по подготовке города к будущему отопительному сезону должны закончить к 1 сентября. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.